Брак саратовских строителей будут исправлять иногородние коллеги. Правительство Саратовской области заключило договор с компанией из Нижегородской области о реконструкции набережной Саратова. Напомню, что ранее эти работы выполняла скандально известная фирма «Саратовгесстрой». Новый асфальт от улицы Бабушкин Взвоз до улицы Большая Садовая не продержался и года. В покрытии появились ямы и провалы. В итоге контракт с «Саратовгесстроем» был разорван. Суд признал компанию банкротом. Теперь реконструкцией Саратовской набережной занимается судоремонтно-судостроительная корпорация из города Городец Нижегородской области. До декабря текущего года ей предстоит отремонтировать почти 4 километра береговой линии. На это планируют выделить около 366 миллионов рублей.